Бля. Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейдон, и добро пожаловать в игру Fallout 76. Сегодня мы с вами посмотрим на пивоварение. Я прошел пару ежедневных квестов, 2 недели прошло просто после последнего нашего ролика о Fallout 76. Вот, рецептов я понабрал, понаделал, поизучал, которые варят разнообразное пиво. Вы писали о том, что типа покажи, насколько разные пиво бывают в Fallout 76, а их тут много, куча. Тем более, мы с вами можем их варить. Кто здесь? Злодеи! Злодеи-британцы пришли! Вы шо? Напали на мно! Из засады, когда я видосы делаю, обалдели шуляю? Прикинь, на камп мой нападают прямо из-под кустов. Ты видел, как они из кустов вылезли, а? Да, это мой новый дом, ребят, это мой новый камп. Вы удивляетесь до сих пор, что типа, почему так много построек? Я одну маленькую хижину только могу построить и булдылбу и все. Ну, ребят, на экономии, крутобоё, стройте замки. И таким вот образом, чтобы у вас хватало на все про все. У меня, кажется, он заполнен до конца. Да, смотрите, бюджет справа у меня полностью. Я не могу ничего построить, даже вот эту штуку. Все, нельзя разместить, бюджет превышен. Я абсолютно полностью построил свой камп. Вот он. И менять его, скорее всего, не буду. Он таким большим и останется. Вот. Ништяковый домик, я бы вам его показал, да времени нет. Тут у нас зал. Шо, можно посидеть у камина, поиграть на гитаре. Не знаю, кроватка стоит. Тут у меня как раз таки пиво, где мы с вами будем варить его. Тут стоит аппарат, тут бродильный чан. Мы сейчас все это будем. Тут у нас все для инструментов, для твоего оружия, вооружения, броньки. На втором этаже у меня идет спальня. Вот она. Кровать, кстати, принцессы купил из магазина. Ну, этого. Из-за атомной лавки. Тут у нас что? Тут у нас телек можно позырить. Есть лампа с рыбками. Вот, что еще? Вот еще одна кроватка к 100. Для тебя, а там для мну. Вот такой небольшой камп. Просто запах. Да кто пищит? Кто пищит? Кто пищит, а? Грёбаные барсуки. Где ты? Белка. Не пищи. Кусочек белки. Намана. С помощью навыка можно получать дополнительное мясо. Только что я это и сделал. Так. Что вам еще показать-то? Прежде чем мы начнем варить пиво. Вот. Это у меня небольшой такой вот лесничий домик. Внутри, видите, да, флажок. Аптечный. И вот тут можно отдыхать. Есть лампа. Все очень даже ништяково. Картины. Медведь. Все по минимуму. Тут ночью смотрится намного красивее. Я вам тебе покажу. Только когда наступит ночь. Это альпийский рожок с манекеном. Звук у него опупенный. Прислушайся внимательно. Эй, сейчас я его тебе на буду. Слушай. Прикольно, да? Блин, музыка мешает, ну ты слышал. Плюс уши, короче, плюс уши. Тут у меня алюминий добывается. Вот тут у меня водичка. Все по стандарту. Тут у меня рожь. Что это у нас тут? Бритвозлак. С помощью бритвозлака, кукурузы делается пиво. Поэтому у меня его так много здесь. Везде они растут. Тут бритвозлак, здесь бритвозлак. Там кукуруза, тут бритвозлак. В общем, на этом и живу. На пиве живу. Ага. Вот, такие пироги. Ну что, давай варить пиво. Бродильный чан. Тут у меня уже брожение происходит. Что мы можем вообще делать? Что я изучил из рецептов? Из винной карты. Давайте посмотрим. Обычное вино. Есть свинцовое шампанское. Вот. Для этого вам нужна кипяченая вода и смоляника. Это все можно доступно найти везде. Далее идем. Есть коктейль Беллини из свинцового шампанского. Коктейль Белый Русский.
Водка нужна, молоко брамина, молотый кофе. Далее, коктейль мимоза из свинцового шампанского. Аж 3 штуки можно сделать, ребята, очень много коктейлей. Пивная карта самая эпичная, тут много пива. Обычное пиво, баллистическое пиво, пиво высокое напряжение, пиво Рад Муравей, пиво Светлый Эль Хмельной Охотник, пиво Лагерь Аутхоллер и сброшенный Пилкнеск Тикач. Много спиртного, вообще, обычная водка. Водка. Далее, текила, кровь клеща. Ядер самогон, всеми нами известно, да? Мы уже его пили, мы его уже пробовали. На мой взгляд, это самый лучший самогон, который есть в игре. Вот. Бурбон. Виски, ром по стандарту и ништяковый горный мед. Тоже люблю его. Все это я уже делал. Вот у меня тут брожение происходит в чане. Здесь оно готовится. Как вот эта полосочка желтенькая до конца дойдет, оно превратится в обычное пиво. Настоящее. Сейчас оно просто бродится. Нам лишь нужно подождать немножко времени, буквально минут пяточек, и все это у нас забродится. А пока давайте, у меня уже есть заготовочки пиваса, вы что думали? Я не подготовился, так у меня есть пивас. Главное его с коктейлем Молотова не перепутать, иначе будет немножко горячо. Из пива что у меня есть вообще на данный момент? Вино. Давайте мы его попьем. Готово. Виски. Погнали. Самогончику япнем. Горный мед. Воу, все посинело. За юность мы пьем. Прошлым дням нам почет. Я сейчас все пиво, то, что у меня есть, распью. Разнообразное. Абсолютно все. У меня их тут много. Индийский светлый эль, прикинь. Тут у них еще и статы есть. Если ты успеваешь, то читать можешь их. Шампанское. Ух ты, твою ж налево. Красный Эль. Ёб твою мать, ребят, чё-то мне уже нехорошо. Оук, Хокья, Холлер. Готово. Обалдеть. Сколько ж пивас мы с вами уже выпили. Это еще не все. Это я только начал. Пиво. Пиво. Рад Муравей, пиво. Старый опоссум, пиво. Сикач, пиво. Ром. Ром и пепси-кола с брожевым пивом. О, господи. Мау. Не, ну а шо? Вау, как все посинело от пива-то. За юность мы пьем. Открываю пивку. Ты готов? Сейчас нам будет ништяк. Открываю пивко. Наливаю стакан. Закрываю глаза. Сейчас мне будет легко, сейчас мне будет легко. Открываю пивко, наливаю стакан. Закрываю глаза, сейчас мне будет легко, сейчас... Мне будет легко. Чё-то прям... Мне уже нехорошо, ребят. Отходняк начался. Что-то прям беда. Где я? Кто я? Главное, сейчас не пропасть куда-нибудь далеко от кампфа. А то если от кампфа пропадем, я же обратно не вернусь, я перегружен. Если перегружен, то телепортироваться нельзя. Где я буду оставлять свои вещи? Быстрей, нужно успеть складировать все в рюкзак. Или хотя бы выкинуть сюда на пол. Я не успею потом за ним прийти. Вау! Я успел выкинуть, кажется, свое главное оружие. Ну и все, меня понесло. Сама по себе я телепортировалась, потому что... В памяти у меня возникла маленькие галлюцинации и занесло, видимо, куда-то. Ну вот тут даже написано, половина удовольствия от ядер самогона в том, что неизвестно, куда вас занесет. Ну и куда меня занесло. Зато бесплатное, это самое, телепортирование какую-либо зону. Опа, здесь я еще не был, кста. Это что-то новенькое. Смотрите, на унитазах сидят два полудурка, которые выпили и с помощью 10-миллиметрового пистолета выстрелили в друг друга. Нормальная ситуация, да? Жиза, я бы сказал. Тупо. Жиза. Так, ну и где я оказался-то вообще? Что за зона? Вот эти красные деревья мне напоминают ТСО. Саммерсет. Там они тоже такие красные. Ясно, я оказался вообще далеко.
от своего кампа, чтобы вы знали. Вот тут я. Вот тут база, где вы выходите. Ну, убежище 76, да? А вот здесь... Вот здесь мой дом. На самом верху. Это я. Весь этот путь я так шел пьяным, шел, так вот прошел, ударился об двери убежища 76-го, дальше пошел, шел, пирожок нашел в этой избушке, съел и устал, и сюда вот добежал. Нормально? А, ну давай, почему бы и нет. Вот такие пироги, ребят. Так что, мой камп, как вы знаете, как вы уже видели, теперь не камп обычного чела, а самогончика, все. Все, я теперь лишь самогоны делаю, в игру захожу, чтобы лишь брать и делать самогончик. Намана? А, ну давай. Ребят, ну все, телепортироваться я не смогу отсюда, потому что я перегружен. Смотрите, если я нажму телепортацию на свою базу, мне напишется, что типа ты перегружен, а вес я никуда не смогу скинуть, потому что мне все нужно. А куда я сейчас все выкину? Я застрял. Вот. Ну а с вами я, пожалуй, попрощаюсь. С вами был Джуден, всем спасибо за просмотр, и еще увидимся, это не первый, не последний ролик. Пока!